Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Легенда, бестселлер от бренда Starwind возвращается. Кстати, мы посчитали, с 2019 года бренд Starwind представляет этот пылесос. И за это время было продано более 50 тысяч таких пылесосов. Вы их обожаете. Сегодня это самая выгодная покупка только одного дня. Цена снижена, но только на время прямых эфиров. Только сегодняшнего дня. Алексей Мичурин сегодня нам расскажет про пылесос. Смотрите, как идеально пропылесосил, а? С одного раза. Starwind. Алексей Мичурин, инженер, электромеханик, исследователь и изобретатель. Ну, расскажи нам, пожалуйста, как тебе Starwind, а? Ты знаешь, мне он очень нравится за счет своей многофункциональности и компактности. То есть это один из самых компактных и легких пылесосов в линейке компании Starwind, но при этом он действительно справляется с разными абсолютно задачами. То есть если нам нужно пропылесосить полы, либо ковролин, либо ковер, то вы легко можете воспользоваться этим пылесосом и пропылесосить, ну, такие вот известные нам поверхности, как полы, от различных абсолютно загрязнений. Также, благодаря легкости этого пылесоса, вы можете его поднять на высоту и пропылесосить там, где скапливается мусор в виде паутины, либо загрязняются шторки, допустим, вы можете легко и просто его поднять, благодаря своей легкости и пропылесосить там. Вот таким образом вы это делаете. Ничего у нас не перекручивается, ничего не тянется, ничего тяжелого поднимать не нужно и подстраиваться не нужно. Пылесос подстраивается под вас. Дальше. Этот пылесос трансформируется. То есть вы можете отсоединить удлиняющую штангу, вы отсоединяете напольную насадку, и пылесос превращается в такую компактную, удобную ручную версию. Здесь же находится у нас щелевая насадочка, с помощью которой вы можете убрать не только ковровое покрытие, но и мягкую мебель. Mm-hmm. Если есть домашние животные, вы знаете, что такое ворс, когда эти животные посидят на диване, допустим, все это остается на мягкой обивке. Пылесос легко справляется с такими загрязнениями. Mm-hmm. Если вы любите поесть на диване, либо ваши домочадцы любят это сделать, то, естественно, крошки также остаются на диване. С помощью пылесоса вы справитесь и с этими крошками. Посмотрите, как быстро и легко мы собираем с вами и ворс, и мусор, который скапливается на мягкой мебели. Так, друзья, смотрите, компактный, многофункциональный, два в одном. Вы понимаете, ручная версия и обычная версия пылесоса. Ну, необычная, потому что все-таки он легкий, не такой тяжелый, как обычный пылесос. Четыре цвета на выбор. Так, красный цвет напоминает мне Феррари и напоминает нам, что это самая выгодная покупка только одного дня. 1799 рублей. Цена действующая только сегодня. Фиолетовый цвет есть у моей мамы. Этот оттенок, кстати, ну, ей нравится, очень хорошо вписывается в интерьер. Да. Далее. Черный цвет, лаконичный такой дизайн, черный, мужской даже. Может быть, в качестве мужского подарка на 23 февраля вы будете рассматривать. А теперь, внимание, уникальное предложение, которое действует только на нашем телеканале. Мятный оттенок представлен специально для телезрителей телеканала Шоппиншоу. Нигде в другом месте, только у нас. Еще раз напомню, что это самая выгодная покупка только одного дня. Завтра уже этого предложения не будет, и завтра цена уже будет более 3500 рублей. Сегодня 1799 рублей. Бежим в магазины и сравниваем цены. Это мои любимые, потому что у нас поставки напрямую от производителей. Поэтому, ну, у нас самые выгодные цены. Сколько приблизительно будет стоить так похожие пылесосы? Ты знаешь, похожие пылесосы начинаются от 5000 рублей. То есть 5, 6, 8, 15, 20 и так далее до 50 тысяч рублей. Потому что именно такие пылесосы являются одними из самых удобных в домашнем хозяйстве. То есть это пылесосы на каждый день. Плюс ко всему, данный пылесос еще не имеет никаких расходных материалов. То есть вы будете на нем экономить. Мусор собирается весь в контейнер. Контейнер на 800 миллилитров. Для того, чтобы его опустошить, вы просто снимаете фильтр.
и высыпаете весь мусор в мусорное ведро. И закрываете дальше. И вот таким образом пылесос снова готов к работе. Угу. То есть он не только компактный, не только универсальный, а еще и просто в обращении, то не составит труда вам его приводить в чистоту. Ну и давай, вот, давай заметим, что обычные пылесосы, они требуют дополнительных вложений. Одноразовые пакеты для использования. Но в год вы тратите 1920 рублей в среднем. Если вы чаще убираетесь, то эта цена будет еще дороже. То есть вы окупаете пылесос от бренда StarWind буквально за год, только на одних вот этих мешках для пыли. Друзья, выбирайте сегодня для себя легкость уборки. Так, смотрите, моя мамочка уже 2 года назад как купила себе этот пылесос. Раньше как было, я к ней приезжаю в гости, она с порога прям сразу: Оленька, привет, Оль, поможешь убраться, там пылесос надо достать. У нее хороший пылесос, мы ей покупали давным-давно, 1000 за 15, но ей тяжело его доставать, конечно, и носить с собой. Конечно. А вот теперь все наоборот, она сама дома, смотрите, легчайшим образом убирается, она очень довольна пылесосом. Конечно, пылесосы прошлых поколений, они громоздкие, шумные, имеют шланги, имеют трубки. И, соответственно, в связи с этим возникают трудности, чтобы перемещать их по квартире, уже не говоря о том, чтобы поднять их на какую-то высоту. Данный пылесос легкий, но при этом действительно справляется с любыми загрязнениями, как на мягких покрытиях, так и на твердых. Сейчас у нас ламинат. Мы с тобой легко собрали сейчас и крупу, и вот такую мелкую пыль, и сделали идеальную чистоту. Но еще раз покажу, то, что данный пылесос может убирать не только полы, но и справляется с загрязнениями на любых других поверхностях. Давайте мы с вами перейдем на кухню и уберем здесь мусор, который остался после приготовления наших любимых блюд. Чем вы убираете мусор на кухне? Ну, естественно, мы сметаем тряпочкой. Да, либо протираем, либо как-то стараемся это в ведро занести, но часть мусора падает на пол. Вот пылесос позволяет нам быстро и эффективно собрать мусор прямо со стола. Да, навести порядок на кухне после приготовления с помощью вот такой вот компактной ручной версии. Чистота и порядок. Давайте заглянем в ящики. Здорово, только посмотрите, как идеально. И откройте свои ящики, откройте свои шкафчики. Посмотрите, сколько там мусора. И для того, чтобы его изъять из шкафчика, например, вам нужно все это вытащить, все вилки, ложки, поварешки, все это пропылесосить, а потом все обратно положить. Посмотрите, Алеша без труда поддерживает чистоту при помощи пылесоса, не вынимая ложечек. Да? То есть это упрощает работу и экономит нам время. Друзья, выбирайте для себя пылесос, который действительно облегчит вашу жизнь. Компактный, удобный, будет всегда ярким дополнением в вашем интерьере. Красный, фиолетовый, черный или мятный. Какой вам цвет больше всего нравится? Это действительно будет еще и украшение вашего дома.